Лето, как и все другие сезоны, длится 3 месяца, но по ощущениям оно всегда короткое, поэтому очень важно уметь насладиться каждым летним днем. Как проходит ваше лето? Активно? Ай, да, очень активно. Здорово, тепло. Какие планы? Вот вы всегда катались или вот этим летом начали? Всегда катались, и в планах кататься, отдыхать, проводить активный. Вот эти выходные, это лето. В городе Абакане есть возможность прокатиться, есть дорожки, да, где можно прокатиться, погулять. Катаемся мы не только здесь, мы еще и по городу сейчас, где новостройки, тоже есть возможность прокатиться на велике. Проводим лето очень хорошо. И хорошую погоду, и в дождь мы находим, чем заняться с нашей внучкой. Ну, сейчас как-то меняется в Абакан, когда приезжаете? Очень, очень. Я с удовольствием всем говорю, что я абаканка. Подача вуза вообще все занимает время. Ага. Так что, тем не менее, находите время для отдыха? Обязательно, вот по утрам бегать, отлично. Ну, тоже и в городе, и на даче. Вот, а сегодня вот с внучкой пошли прогуляться. Прогуляться по парку. Что на даче растет? Да все, ну в этом году позамерзло много. А так все растет. Ой, разгар лета. Работаю учителем в школе, поэтому провожу его замечательно. Недавно в отпуск пошли, поэтому сейчас отдыхаем, готовимся к новому рабочему году. Вот так. И хотя бы вот по Хакасии можно съездить, места какие-нибудь посмотреть. Здесь очень много красивых мест, которые мы еще не видели. Отдыхаем, наслаждаемся природой. И погодой. И погодой хорошей. Я поступаю в колледж, поэтому езжу по городам, ну, подаю документы. Работаю. Вот. Ну и, в принципе, отдыхаю. Все, наверное. То есть лето такое у вас ответственное, нужно поступить, да? Да, я думаю, да. Потому что я как бы поступаю в музколледж, музыкант – это такая профессия, что нужно, да, вы правильно сказали, ответственно к этому относиться. Поэтому сейчас все очень плотно, плотный график. В основном на огороде. Так не похоже. Так не похоже. У меня сегодня выходной. От огорода? От огорода. Что делаете в выходной от огорода? А вот гуляю. Ну, здесь все красиво. Тут расстраивается очень хорошо, очень быстро. И очень надежно. Ну, можно погулять, покупаться, вон на Высоцком полазить. С папой недавно на рыбалку ездили. В Канск ездил на соревнования. Хорошо, активно, отдыхаем. Гуляем, наслаждаемся.